Президент Владимир Путин подписал указ о награждении генерального директора УГМК. Андрей Козицын удостоен ордена за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Кремля. В документе говорится, что эта награда вручается за достигнутые трудовые успехи, значительный вклад в социально-экономическое развитие России, заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую и общественную деятельность.